Много на свете неведомых стран, тысячи тайн хранит океан. Снова и ничтою, не зная преград, путь свой без страха держит синба. Несчастный Синдбад, ты умрешь от тоски. Последняя лодка разбилась в куски. Там ждет тебя великая награда, кувшин твоих желаний золотой. Путь Серендипу суров и далек, где тот корабль, что плывет на восток. В гавань скорее минуты не ждать, парус поставить, якорь поднять. Thank you.
Если мы курс потеряли, в магнитной скале несет наш корабль. И тайну камня древнего открой. Ага. Решить загадку можно так. Лягушка, аист, рыба, рак. Лягушка. Аист. Рыба. Прежде стоит на пути. В четвертый раз некуда раку ползти.
силах, Джим, чтоб мог тебя вместить кувшин. Я всемогущ, смотри, Синбад, вхожу в кувшин, мне нет преград. Чего ты желаешь владеть караваном, товары везти по пустынным багаданам? Желаешь ли ты быть султаном всевластным и жить во дворце золотом и прекрасном? Желаю корабль красивый и стройный, чтоб плавать на нем по морям беспокойным. Легкий, как птица, корабль летит, я покидаю тебя, Серендип. Мрачные скалы уходят назад, снова в открытое.